На границе с Чеченской Республикой инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасер Тавбиев совместно с транспортной инспекцией провели плановый рейд транспортных средств по незаконно установленным газово-баллонным оборудованием, а также перевозка опасных грузов. Абдулнасер Тавбиев рассказал о цели проводимого рейда. У нас в поселке Герзель, это на границе с Чеченской Республикой, проводятся мероприятия по массовой проверке транспортных средств. Цель и задача которой – выявление нарушений, грубых нарушений, что влияет на безопасность дорожного движения. А также незаконная установка газового оборудования – это основной на пассажирский транспорт. При составлении административного протокола материал будет направляться в регистрационный отдел, где регистрация транспортного средства будет аннулирована. Ответственность несет водитель транспортного средства. Вы должны обязаны предупредить всех граждан, которые садятся в ваше транспортное средство, они пристегнулись ремнями безопасности. Они не могут пристегнуть ремнями безопасности, потому что у вас нет ни оборудования транспортного средства с ремнем безопасности. Где ваши ремни безопасности? Почему вы не оборудовали? Из-за этого мы вас предупреждаем. С линии вашей мы снимаем, аннулируем госрегистрационные знаки, материал направляем в черную для аннулирования. Часто встречаются случаи эксплуатации пассажирского автотранспорта с техническими неисправностями, что и создает угрозу безопасности перевозки пассажиров. По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Абдулнасера Тавбиева, подобные мероприятия проводятся в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте. Сотрудники ГИБДД водителям транспортных средств рекомендуют привести транспорт в надлежащий вид во избежание аннулирования страховки. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».